из своих предыдущих видео я показывала, как делать вот такие подснежнички. Ну, сейчас хотела бы показать несколько примеров, как отличаются корзинки по оформлению. В принципе, оформление одно и то же. Единственное, что я использовала, прикрыла пенопласт немножко разными материалами. Здесь у меня, вы видите, мишура. Вот такая корзиночка получилась. Конфеты одинаковые, цветочки все получились также одинаковые. Но немножко разные корзинки, из-за этого меняется само оформление, как бы сам вид всего подарка вашего. Здесь сизаль. Ну и в этой корзинке вот такая стружка деревянная. Тоже все корзинки по отдельности. Самая маленькая корзинка, немножко побольше. Ну и самая большая шляпка. Ну, такие корзинки. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.